Откуда она знает рисовать подушку под глазами? Мне кажется, это самый яркий корейский макияж, который я когда-либо. Что за это волос? Вот это? Да. Это для... Тамари сегодня будет делать мне какой макияж Хёна. Да. Ты такой макияж сделала раньше? Нет. Возможно, вы помните Марии, она из Москвы прилетела покрасить меня, и я ходила по Корее с русским макияжем. И это просмотр больше 3 миллиона достигли. 3 года не видели? Сколько да. лет вообще? Сколько лет, сколько зим? Какой макияж будем делать? Корейский, как вы хотите. Да. Русский мастер. Да. Давай. Ой, я это корейская косметика, да? Вот это да. Пожалуйста. Kindred... Не знаю. Правда, не знаю. Чупа-чу! Самый лучший кушон. Серьезно? Чупа-чу, самый лучший кушон. Да, ну здесь, по крайней мере. Это сыворотка какая? Вот. Вот это. Боже, а что это? Это тоже. Не знаю. Хосока. Она понижает температуру на 2 градуса. Серьезно? Поэтому я чувствую что-то. Как Мари будет красить меня? Корейский айдол. Да. Просто то, что она там слишком светлая. А, да. Не эстетик знаю. Тоже нет? Это вообще не популярно в Корее. А, ничего, ничего. Если товар хороший, то все. А это вы сейчас приедете в Корею и будете на карантине или не будете? Не, мы не будем, потому что мы делали прививку, да. У нас в Корее до макияжа крем для глаз не наносим, а Мари наносила. Интересно, как корейский макияж получится. Вот мы губы будем так же делать? Да. Увеличиваем много. Увеличиваем? Много. А это... вы не любите увеличенных губ? Они увеличивали, да? Нам бы еще помадку с помадкой бы сфоткали. Да. Что за это волос? Вот это? Да. Это для тоналки. Это Миша. Миша? У нас не продается. А почему? Не знаю. Ты бьешь. Какая техника, быстро. Вот, это корейский бибикрем, поэтому мне подходит. Совсем корейский. Для айдол макияжа нужно 1 тон или 2 тона осветливать кожу. Бибикрем мне очень нравится. Крутой. Да, совсем. Я работаю только на нем. А русским нравится такой бибикрем? Да, я же говорю, мы работаем вот все почти визажисты вот с этим. Ага. Вау. Мне это нравится, но жалко, что я не могу найти. Вообще, я знаю, что моей коже подойдет такой бибикрем. О-о-о! Где я беленькая? Кико. Кико. Чуть-чуть. Очень чуть-чуть, да? Она, да, айдол макияж, поэтому такие яркие. Для айдол макияжа немножко контуру тоже сделала, как европейский макияж. Вы живете в этом отеле, по-моему. Да. Да. А, да, мы уже переехали. Да? Да. Там хорошо было, но там дорого. Дорого? Самые важные это брови. Корейские брови очень особенные. Ты рисуй. Прямые, да? Как вы видите на фото, у нее брови очень длинные, поэтому мы тут специально длиннее рисовали. Ну, так как у меня есть татуаж на брови, поэтому немножко сложно рисовать. Брови появились. Потом убираем остатки и делаем, чтобы брови выглядели четко. Это что такое? Тени. Угу. Это какой цвет? Это прям нюдовый. 3 года прошло. Это тени. А тени? А это пудра или крем? Кремовые тени. Это очень нюдовый тон, база для тени. На этих видео. Все очень легко. Вот это макияж? Ну, типа, да, вообще легко. Ну, когда ты начнешь его делать? Розовый тень, да? Угу. Достаточно розовый тень. О, покажи, пожалуйста. Очень розовый. Ну, я не буду сильно так розовить. На самом деле, в Корее розовый цвет очень часто пользуемся. Особенно айдоли, когда выступают на сцене, часто пользуются. Чуть-чуть розовый тень добавили.
О, еще розовый. Тут нужно подчеркивать цветом сушеного роза. Мне кажется, это самый яркий корейский макияж, который я когда-либо видела. Серьезно? Мне кажется. В Корее не часто рисуем нижние части, а уже это получается смоки макияж, если рисуем нижние части подводки. О май гад. Это как корейские визажисты делают. Вот так блендинг. Почему в Корее так любят розовый цвет? Потому что этот цвет очень женственный и нежный цвет. Уже ярче. Я очень, да. Хотя у нее здесь прям очень ярко. Это тоже очень важная часть. Это делает, чтобы глаз выглядели четко. Смотри, нам нужно, у нее, по крайней мере, очень сильно накрашенные реснички тут. Мы будем их красить? Можно красить. Если вы рисуете треугольно в конце глаз, это делает контур для глаз, поэтому увеличивает глаз. Мне интересно, откуда Мари знает. Какой любите? Да, спускаемся. У нас наоборот же. Да. Примерно $70. Дорого? Баска. Ну у нас, да, где-то 2 или 3 тысячи. Это вот прям если дорого брать. Вот тоже красиво. Да, да, уже нормально. Сейчас туда и нижние прикрасим. Это что такое? А, ресницы, да? Реснички, да, чтобы тушу туда залезть. О, очень яркий. Вау, это хайлайтер? Нет, это корректор. Мне было интересно, как, почему она делает это. Это видео, которое вот твое было. Да, блин, очень много было. И, ну, я же закончила уже университет, и мне написала девочка, когда мы еще, ну, очень давно мы перестали общаться, мы еще в универе, когда я училась, она мне написала, говорит, я тебя увидела в видео о как это робот. Хотя я не знала, что она интересуется все-таки. Кей-поп, да? Да. Как Корея. Уже совсем другая. О, яркий. Это очень светлый розовый тон. На все лица надо наносить, потому что тогда будет очень оживленный вид. Многие не понимают, почему мы рисуем мешочки под глазами, но если вы правильно рисуете, тогда вы выглядите моложе. Фишечка есть с этими веками. Губы какой цвет? Обычно в Корее не очень любят полностью намазывать помаду на все губы, но так как ей надо четко выглядеть... Ну, как у нее. А, да. Сейчас. Чуть-чуть. Лучший в городе. О, похож. Слышь, макияж похож, да. Классно, сейчас немножко чуть-чуть. Блин, нравится. Похоже. Похоже? Угу. Тебе.